И всем привет, дорогие друзья, с вами Дентолёвый ДМЗ, и сегодня, после нашего хардкорчика, я решил снять одну небольшую карту, она называется Небесный Храм, я еще вообще не видел, поэтому хочу посмотреть, что за она, надеюсь, она будет небольшая. Блядь. Блядь. Так. На крыше ветер. Оденьтесь на крыше ветер. Гениально. Это хорошо. Это он действительно хорошо придумал. Игра на троих максимум, поэтому я беру все только для троих людей. Одеваем золотые, но они, в принципе, быстро покоцаются, поэтому не думаю, что они долго выживут. Текстурпак красивый, вот этот вот текстурпак действительно красивый, но за исключением нескольких багов, конечно же, золото и... Так, что нам нужно сделать? Возможно, я пропустил пару табличек. Ха, красивый, блядь! Он сам вперед идет, блядь. Нужно перезапускать. Блядь, он сам вперед идет. Интересно, что будет. А, блядь, мне заново надо карту ставить. Блять, заново. И всем привет, дорогие друзья, с вами Дентолёв ДМС, и сегодня я бы хотел вам показать небольшую карту, я ее точнее пройду. Эта карта рассчитана на троих, но так как это мой второй дубль, мне лень было приустанавливать карту, поэтому я... Вот такое вот было еще и с левой стороны, вот отсюда вот, вот отсюда вот. Просто я очень поленился переустанавливать карту, уже очень поздно, довольно-таки час ночи, час там с чем-то, поэтому мне не хочется этого делать. Так, возьмем, это у нас что? Это у нас пузырек опыта, окей. Сразу же возьмем его. И что же история? Давайте посчитаем историю. Предисловие. Вы. О, нет! Опять я попал на какую-то башню. Что же это? Бог, приветствую тебя. Извини, что телепортирую тебя сюда, но я тебя спас. Вы. Бог? Ну вот, и от чего ты меня спас? Бог, ты пришел... ты прошел адскую башню и испортил вторжение адских сил. Вот поэтому ты здесь. Вы. Минуточку. Ну, как-то сама по себе. Я вот посмотрел по первым впечатлениям, довольно-таки неплохая, но грамотность меня очень убила. Прошу прощения, конечно, за такую критику, но это пиздец. Минуточку. Я случайно попал на ту башню. Моя палатка просто была на том месте, и вдруг я оказываюсь наверху. Ну, в общем, как-то это так. Эй, бог, ты чего так умалчиваешь? И, кстати, почему ты их сам не остановил? И почему ты меня сюда телепортировал, бог? Ну, просто был занят. Я просто не мог тебе помочь, потому что в моем небесном храме творится что-то нехорошее. Ты не мог бы мне помочь? Смайлик. Вы. А, ладно, помогу. И что мне надо делать, бог? Бог. Ну, бог говорит. Ты должен добраться до низа моего небесного храма. Я чувствую, там внизу творится зло. Вы. О, как оригинально. Опять вниз. А мне не впервой. Ок, я посмотрю, что там. Что там? Бог. Но есть проблема. Все комнаты зачарованы злом. Тебе придется самому разгадывать, как их открыть. Вы. Чё? А ладно, разберусь. Ну ладно, я пошел. Бог говорит. Удачи. Будь осторожен. И что же, как вы поняли, основное правило... Правило не прыгать вниз башни. Да ну нахуй, а я прыгну. Не читерить, не ломать никакие блоки, не ставить блоки. Игра в основном на мирном, но в каждой комнате свои правила. Не пользоваться модами, кроме антикрипер. Не психовать, играть честно. Хорошей вам игры. Ну что же, надеюсь, ты очень порадуешь нас своей картой. Жалко. Ну что же. Создатель карты Фоксио. Ну что ж, Фоксио, ты очень хороший создатель, но при этом хочу сказать, что ты безграмотен. Найди рычага. Где? А, вот. Вижу один. Один. Эй, ну это оригинально уже. Вот, второй. И вот, как я понял, третий. И мы прошли. Прошли, да, мы прошли все правильно. Где что?
Сундук. Комната. Это типа фоновая музыка. Думаю, я что-нибудь поставлю, так как я очень ленивый человек и не ставлю ничего. Да, тут это как раз в тему будет. Блять, начнем работу. А что у нас, собственно, в правилах? Основные правила истории. А, вот комната 1. Блять. Правила: на этой комнате не читерить, не ломать блоки, не ставить блоки, играть на мирном, найти действующий даймонд. Подсказка: рычагом проверяй. Блять, ну это эпик. Блять, как мне тут проверять? Как ты, блять, мне тут приказ проверять? Что-то открылось? Прикольно, блядь. Блядь, что-то открывается, я слышу, но не открывается то, что мне нужно. Может тут... Блядь, ну это эпично. Это уже очень эпично. Как ты, блядь, умудрился такое сделать? Стоп, блядь, как это сделать? Блядь, это фейл. Я не знаю, как это сделать. Блять, я вот уже снимаю 5 минут. При этом я не знаю, блять, как это сделать. Не знаю. Эпик, блядь. Блять, это эпик. Как ты, блядь, мне тут предлагаешь проверять? Может сначала по алмазам пойти? Или же наоборот? Смотри, по алмазам тут открывает. Блять, нихуя не вытыкаю. Работает и все. Доверяй, но проверяй. Блять, как это эпично, блять. Он еще главную фоновую музычку охуенную, не в небе, но подобрал. 30 FPS. Блять, да ну нахуй! Я, блять, нервный, блять, человек, я не могу такую хуйню, блять, пройти. Это, блять, что такое? Это, блядь, ч... Ай, блядь, не то. Так, заправил бы как-то запас. Так, ну это золотые яблочки. Проигрывать не нужен. Комната 2, комнату 1 мы уже можем выкинуть. Так. Найти проход в нижнюю комнату. Правило комнаты. Не читерить, играть на мирном, ничего не ломать, не ставить блоки. Подсказка. Ищи изумрудный блок. Блять, ты гениален. Блять, пиздец. Изумрудный блок, блять. Вот изумрудный блок. Вот, блять, изумрудный блок. Пиздец. Блять, еще пройти, блять, нереально. Пиздец. Я еще нихуя не слышу, наверное, блять. Эпично. Блять, может они внизу? Он имел в виду так, может. Посмотрим. Так, где у нас тут синий? Где это? Что? А чё? А вот, блядь. Как хуя? Я так быстро. Ой. Ой, блядь. Это, блядь, что такое? Это, блядь, что такое? Я тебя, сука, спрашиваю, блядь. Что это, блядь? Алмазы. Это хорошо, блядь. Я согласен, это невъебенно охуенно. Ну, блядь, что мне с ними сделать? Расскажите мне, пожалуйста. Она проигрыватель я никогда не брал. Он тут бесполезен. История мне не нужна уже. Комната 2. Тут все просто. Пройти к центру правил. Не читерить, не ломать блоки, решетки. И не ставить блоки. Играть на мирном. Что же, хорошо, чувак. Попробуем пройти эту невъебенную хуйню, которую ты там тут впариваешь. Попробуем. Ну, блядь, я ничего не гарантирую. Блять, эпик! Как мне, блядь, отсюда выйти? Похуй, мне как-то надо было выйти отсюда. Я, блядь, не виноват, что он тут такую хуйню тут поставил, что, блядь, можно взять и провалиться. Куда дальше? А куда, блядь, дальше? А, блядь. Какая-то хуйня. Бесит меня такая вот хуйня. Так, что же? А, блядь, главное не ёбануть сам. Сука! Пиздец, блядь. Нет, ну на это у меня уйдет очень много времени. Мы уже снимаем 10 минут. Я всегда держу под собой секундомер, так как боюсь, что превышу лимит.
Это тогда все видно на смарку уходит. Понимаете? Ну, многие люди меня поймут. Тех, у кого тоже... Блядь! Иди нахуй! Сука! Говно, блин! Ебать! Ебучее говно, сука! И, блядь, давай, живи! Да! Ну, блядь, хотя бы не... Это, блядь, и что мне тут делать сейчас? А, вот, все нормально. Все не в ебе, нахуяно. Некоторые люди, ну я же посмотрел пару летсплеев по этой карте, ну чтобы немножко хотя бы так подусвоиться, что ли. Некоторые люди снимали на обычном текстурпаке, ну на стандартном, и знаете, блять, это такой эпик был, там такая хуйня, нереально разобраться в этих решетках. Ай, блять, да сука, ебучее говно, сука. Блять, это я уже у Юзи спиздил, не, я больше не буду этого делать, вдруг он меня еще, на меня еще по авторским... правам загремит, я загремлю, блять, с канала вместе. Блять, хуля! Блять, эпик! Как, блять, можно создать такую карту? Капец, блять. Нет, все, я должен перестать пиздить что-то у Юзи. Хотя он, в принципе, молодец, он, ну, блять, ну у него все охуенно у Юзи. Мне бы так. Он, блять, не учится, не работает, а бабло получает. Блять, кто бы так не хотел, в принципе. Так, нам нужно как-то забраться вот сюда вот, а туда мы уже сможем залезть вот сюда. Вопрос, как нам сюда забраться. Куда? А, вот сюда, наверное. Ну, я же просто посмотрел немножко летсплеев, некоторые люди вообще это прошли. Я не понял, как они это сделали, я запутался просто взял, запутался в этих решетках. Блять, решетки это эпично, это очень эпично, я так не люблю эти решетки, никогда их не любил. Всегда вот, блядь, как и не люблю, так и не любил. И, блядь! Что за хуйня? Как это пройти, блядь, можно? Как, блядь? Объясните мне. Еще, блядь, не читерить обещал. Блядь, да это пиздец. Как это, блядь, эпично, ну? Как бы тут пройти? Пиздец, блядь. Как тут можно не читерить? Я вообще не могу. Блядь, с этого я не могу даже... Как бы тут так? Блять, я тут еще, сука, проваливаюсь. FPS маленькая, все лагает. Я, в принципе, не удивлен. Снова планка все будет более невъебенно. Но все равно, пока что. Блять. Блять, да ну нахуй, я не пойду туда заново. Вот так вот залезу, блять. Ну, какая разница, я бы все равно это сделал. Кстати, нужно играть на мирном. Я играю на легкой, я случайно забыл поменять. Тут, так, блять, я уже даже не знаю, что сказать по поводу этой карты. Она не говно, я говорю, она не говно, она действительно очень хорошая карта, но, блять, ну сама по себе она, ну, очень хардкорная, блять. Как, блять, можно было такой хардкор сделать? Да я, блять, это так не могу. Я карту не делал. Но все равно. Но только вот общая карта с другом, ну, со знакомым из класса, вот только ее. Может быть, единственная карта, которую я сделал в этой жизни, блядь. Сделаю, и то сделаю. Блядь, я даже не знаю, как это пройти. Я вообще, если кто догадывается, блядь, как это вообще можно пройти, пожалуйста, напишите мне это в комментариях. Иначе я тут весь день убью. Блядь, уже 14 минут. Мы снимаем. Стоп, я походу нашел решение. Походу, да. Осталось только... Да! Отлично, дорогие друзья. Это какая-то хуйня, блять, из золотых блоков. Думаю, на следующий момент я сменю текстурпак. И что же мы, думаю, заканчиваем. Если вы тут впервые, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!